Глава Северского района Андрей Дорошевский поздравил женщин из семьи мобилизованных воинов с наступающим 8 марта. У Светланы Александровны призвали в армию сразу двоих сыновей. Приехали вас поздравить, в первую очередь поблагодарить вас за то, что воспитали настоящих мужчин, защитников, патриотов. Гостей женщина встретила со старшей невесткой и внуками. Каждому члену большой и дружной семьи подарили подарок. Самой юной даме – велосипед, как оказалось, любимого гламурного цвета. Крути педали. Давай, не бойся, ты же умеешь на таком. А ну. Забыла? Умеешь. О. За чашкой чая пообщались с родными военнослужащих. Глава района считает основной задачей сейчас поддерживать такие семьи и помогать в решении любых бытовых вопросов.